Всем доброго времени суток, с вами канал Art Mania. И сегодня мы с вами будем собирать наше кафе. Вот такое вот. Предыдущий был ролик, обзор на это кафе. Мы его там смотрели. А теперь будем собирать. Так, ну вот это мы пока трогать не будем. Это пусть лежит. А здесь вот я себе уже немножечко разложила. То есть, ну, в принципе, можете себе точно так же разложить. Смотрим первую часть, что для нее понадобится. Вот в этих окошках написано, что конкретно понадобится. Две такие зелененькие штучки. Кладем их сюда. Так, три таких. Три. Ага, две. Три таких, одна такая. И здесь две, вот они, две такие, и одна тоненькая. Вот все, что нам понадобится на данный момент. И мы будем их присоединять и смотреть. Потом также вторая часть. И потом все остальные. Thank you.
ну вот смотрите, мы с вами собрали. Давайте сейчас сразу расскажу маленькие минусы, которых незаметно в инструкции. Так. Незаметно вот здесь. Это вот. То есть вот эти обычно мы не замечаем, мы сразу, я начала ставить, потом смотрю, тут вот маленькие, да? А незаметно вот тут. Вот, то есть идет сиденье, и сзади сиденья ставится маленький, блин, нам не видно. То есть вот сиденье. Господи. А, ну вот видно. Так, сиденье. И сзади сиденья ставится такая вот штучка. А здесь незаметно, что, оказывается, между ними есть дырка. Я ставила. Вот она ставится. Сзади нее это не ставится. Если вот это ставится, то это не ставится. То есть, вот, блин, вот здесь вот пробел. Тут бы хотя бы писали, потому что вот здесь его реально незаметно. Ну, вот здесь вот. Кажется, что стол стоит прямо на табуретке. То есть тут тоже щель, здесь незаметно. Здесь уже я просто смотрела на сам рисунок. То, что это стульчики. То, что здесь вот есть, она щель видна. Здесь ее не видно. Не знаю, почему так сделали. Хотя бы подписывали бы, что ли, что вот тут пробел, вот здесь пробел. Вот, потом достаточно неудобно сделано. То есть вот эти вот они собираются, три, и отдельно ставится еще, собирается вот эта вот штучка, она ставится отдельно. Почему нельзя сделать сразу? Чтобы человек сразу полностью собрал этот кубик, да? То есть вот эти все кубики, там конструктор, вернее, друг на дружку, сразу привинтил стакан, то есть вот эти вот сделал, и все. И дальше идет следующий этап. Вот. Блин, так было бы проще. Так, тут у нас, кстати, дверцы. Они открываются. Я думала, честно говоря, что это какая-то проходная, какой-то двор. Потому что помните, как она выглядела изначально вместе с этой штучкой. Я думала, что-то думаю не то здесь. Оказывается, это дверца. Так. А здесь вот она вообще перевернутая, показали. Хотя было бы проще, если бы показали вот с полосочками. Ее легче найти. Вот непонятно, тогда зачем здесь полосочки делали, если ее все равно не видно практически. Так, здесь что у нас? А, здесь вот тоже пробел, ну, тут маленький пробелик виден, есть. Да, вот тут вот как раз неудобно. Да, вот они как раз делаются отдельно, потом наставляется сверху это. Потом отдельно вешаются стаканы, могли бы сразу все вместе сделать. Было бы гораздо проще. Ну, в принципе, я думаю, все. Так, это, кстати, у нас остались лишние детальки. Как всегда. Чья-то рука вот тут, подстаканник. Еще стакан я его поставила вот сюда вот. Это, оказывается, диск на шину. Вот, то есть такие вот деталечки. Но это остается. Лишние, в принципе, они всегда есть. В прошлом конструкторе тоже лишние были довольно много. Так, это вот у нас как раз доска, на которой перечислены все. Все наши, вот она. Наклейки клеить я не буду, потому что я в будущем планирую из этого конструктора создавать что-то свое, что-то новое. Поэтому будет не очень красиво, если будет какая-то стена, на ней будет пирожок нарисован. Вот, ну, не знаю, может потом когда-нибудь наклею. Напишите в комментариях, клеить мне их или не клеить. Надо вам это или нет. Так, кстати, да, конструктор довольно плотный, он прям хорошо так сидит. Хорошо собирался, прям почти как Лего. Мне очень понравилось, потому что предыдущий конструктор... было очень сложно то, что одну стену собрал у домика, вторую собираешь, а та стена падает, разваливается. Все вот именно со стенами, видимо, проблемы. Вот.
Здесь он прям такой плотный, машинка получилась довольно маленькая, как два спичных коробка, наверное, вот так, если взять. Но красиво. Вот он прям такая плотная, даже где-то в некоторых местах было очень тяжело соприкасаясь конструктору, как бы вместе. Они просто не ставились. Но все держится, все хорошо, она ездит. Да, по размеру я думала, она будет побольше, как на картинке примерно. Как-то так мне казалось. Хотя они одинаковые почти. Как-то я думала, там пошире она будет. Не знаю. А самое сложное, наверное, это было поставить кресло внутрь. То есть оно никак не ставилось, я не увидела пробел. То, что там есть, оно никак не ставилось. И самое сложное вот эти вот выровнять. Их и поставить своими большими пальцами сложно. Если, наверное, маленький ребенок, то ему попроще будет. И их сложно довольно выровнять. Вот. И также самое-самое сложное – это человечки. Вот здесь еще человечки нормально встали. Как, знаете, получается, как конструктор какой-то пробный. То есть человек купил, попробовал, вау, все супер, понравилось, куплю большой набор. Вот, то есть, ну, как-то больше похоже. Вот эти вот ручки у человечка, блин, это очень больно вставлять. Огромными своими пальцами со всей силы сжимаешь, их туда вставляешь. Она там с трудом вставляется. Это очень сложно. Если человечки у меня в этом наборе собрались, а в прошлом наборе, по-моему, я даже не собрала один, потому что у меня просто шея вот эта не вместилась в туловище. Оказалось, палка вот этой вот шеи гораздо больше, чем дырка на туловище. То есть вот так получилось у меня. Вот. Ну и посуду можно ее тоже отвинтить, вытащить, разложить. Здесь вот еда. Ну, это я пока тоже не буду трогать, все потом отложу, когда мы уже с сыном начнем играть во все это, когда я уже соберу какую-то определенную часть. Тогда можно будет уже все повытаскивать и разложить. Ну, вот я говорю, единственное, вот нет у нее подставки. То есть, если строить город сейчас, то нужна подставка. Может быть, где-то на дорожке какой-то можно поставить. Не помню, как там у меня. У того дома? А, у того дома есть еще одна часть. Да. У того дома есть. Какой у меня там дом, можете посмотреть. Это предыдущий ролик. Вот, в принципе, все на сегодня. Довольно плотно, мне он очень понравился. Будем смотреть, будут еще ролики. Еще очень много интересных роликов. Сейчас перед Новым годом я заказала еще несколько пачек конструктора этого же бренда. И мы с вами будем собирать и в этом году, и в следующем. И полицейский участок, кстати, у меня еще лежит, если вы не забыли. Там большой, ну, наверное, я думаю. Хотя, если такие маленькие конструкторки, не знаю, может быть, он, ну, настолько выйдет. Или в полтора раза больше от этого. Не знаю, посмотрим. Вот, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Art Mania. Подписывайтесь, ставьте лайки. В комментариях пишите, понравилось вам или нет. И как вам лучше сделать, чтобы я собирала в быстром режиме или все-таки в медленном вам будет удобнее. Если в медленном, то получится разделиться на несколько частей. Вот. Также можете написать частей по сколько минут, по 10 минут, по 15, по 20, сколько вы готовы смотреть. Я могу сделать и целым часом, просто будете вы смотреть это или нет. Тоже все это напишите обязательно в комментарии. Вот. Потому что будет сейчас выходить скоро еще один ролик. И чтобы мне знать, как вам больше удобно. Вот. И также напишите в комментариях, на какой конструктор сделать мне обзор следующий. Может быть, вам какой-то хочется, но вы не знаете, купить его, не купить. Вот. И всем пока-пока.